Ребята, всем привет! Вы на канале Басик Хитовасик ТВ. Ребята, всем привет! И сегодня мы снимаем с каналом Марисвит. Всем привет, ребята! И сегодня у нас будет видео необычное, а с бумажными сюрпризами. И также у нас будут не просто бумажные сюрпризы, и мы их будем клеить вот в такой вот каталог. Вот такой он красивый. Ну что, поехали. Первое, что мы откроем, давайте вот такой вот бумажный сюрприз торт. Давайте. Так, берем ножнички. Я вот в краешку только, ладно. Так. Открываем. Главное, я боюсь что-нибудь так. Вот. Так, давайте откроем сразу же торт. Коллекцию торт. Вот. Открываем. Ребята, и мне попались вот такие вот 4 миленьких свечки. Ребята, представляете, мне тоже попались свечки. Интересно, что у нас получится. Ладно, давайте пока что их положим вот сюда, ну потому что пока что нечего. Вообще у нас нет основной торта. Ладно, второй пакетик открываем. Я тоже. Надеюсь, там будет корж. Ребята, и как я хотела, тут корж. И единственное, что плохо, я случайно его порвала. Я тоже чуть ли не порвала его, но вроде бы нет. Там тоже корж? Да. А, нет. Только поливка. Она подходит к этому коржу. Ну что, давайте. Давайте приклеим. Вот, ребята, на свечки мы пока что класть не будем, так как, ну, у нас еще нету самого торта, потому что еще будут коржи. Это я знаю. Ну и что, полиция. Едем дальше. Ребята, следующее это у нас вот такая вот коллекция цветы. Ну что, открываем? Давайте. Так, так, я боюсь что-нибудь оторвать. Нет, тут уже не оторвешь. Вот, у меня попались цветы дельфиниум и хризантема. А у меня попались цветы лилия и одуванчик. Сейчас мы найдем страничку цветов. Вот, ребят, и сейчас мы это все будем приклеивать. Так, открываем. Я уже одну оторвала. Давайте приклеим ее вот сюда. Так. Хризантема. А у тебя лилия, да? Да. Лилия. Я хризантему не могу оторвать. Вот, ребята, и хризантема. И еще два пакетика цветов. Главное, ничего не порвать. Угу. Так, у меня уже почти все открылось. Ай. И уже все вывалилось. У меня фиалка и гладиолус. Вот. А у меня ирис и сирень. Вот, ребята, клеим. Сирень. Вот, и сейчас, ребята, мы переходим к следующим. Вот, и ирис клеим. Ну что, дальше едем? Нет. Вот, ребята, дальше два пакетика пиццы. Ну что, открываем? О, мне попалась помидорка и грибочек. А я попалась маслинка. У меня в одном пакетике два сюрприза. А у меня, к сожалению, попался один. И также вот какой-то овощ, мне кажется, это вот эти вот штучки. Сейчас я вам покажу. У меня самый нижний. Вот целый перец один и, наверное, и это все-таки кусочек. Ой, перца. Ребят, еще мы забыли отмечать. Сейчас возьмем ручку и будем отмечать. Вот, ребята, сейчас мы отмечаем. Оливка есть. Вот эта вот штучка есть. Это не оливка, а маслинка. Бекон есть. Помидорка есть. И грибочек. Да, и грибочек. А еще перчик. Мы забыли перец. Да. Вот, ребята, у нас получилась вот такая вот пицца. И следующая у нас вот такая вот коллекция футболки. Поехали. Вот, ребята, у нас страничка футболок. Ну что, открываем. У
меня попалась вот такая вот, даже не пойму, футболочка. А, ребята, эта футболка, она редкая. Она потому что золотая. На камеру может передаваться зеленый, но она золотая, она редкая. У меня тоже редкая, она тоже золотая, только с рисунком. Давай пока что их положим. И следующий пакетик. Так. И у меня попался тоже редкая футболка. Вот такая вот, золотой горошек. А у меня, наверное, обычная. Да. Ну что, приклеиваем. Вот, ребята, прикрепляем. Первая. Тут вторая футболка у меня лежит. Теперь давайте... Подожди, Маш. Смотри, какое. Смотрите-ка. Так, и вторая. Давайте же теперь их отметим. Вот так. Едем дальше. Вот, ребята, следующие вот такие вот сюрпризы. Комната. Открываем. Так, начнем с первого большого пакетика. Я вижу, что тут что-то бордовое. Ребята, у меня попался диван. А у меня попался вот такой придиванный столик. Дальше. Давайте следующий пакетик и откроем ту страничку. А у меня еще попался коврик. А еще книжная полка. С книжками. Вот, ребята, у нас получилась вот такая вот квартирка. Ну что, давайте посмотрим, какие будут следующие сюрпризы. И следующие сюрпризы — это сюрпризы школа. Тут по одному пакетику. Открываем. Вау. Мне попались ножнички. Кстати, заметьте, смотрите. Они очень похожи. Так, а у меня попался, у меня содержимое выпало, кажется. Ребят. Вот она. А у меня содержимое вот такой вот, так понимаю, ластик. Ну что, сейчас, ну что, клеим? Вот, ребята, давайте приклеим. Вот тут вот у меня ластик, потому что он один такой по фигурке. А у меня вот тут ножнички. Приклеиваем. Я не вижу. Вот. И давайте их отменим. Отметим, вернее. Давайте посмотрим следующую серию. И следующая серия у нас еда. Тут тоже по одному пакетику. Вау, какой классный. Мне попался пончик. А у меня яблочко. Так и хочется его скушать. Клеим. У меня самое первое. А у меня самое пятое. Самое пятое. Хорошо сказал. Так. Ай, я не вижу. Вот, ребята, мы уже приклеили и отметили. И последний пакетик. Ой, не последний. Еще у нас мячи. Вот такие вот мячи. Давайте откроем их. Нет, давайте сначала перейдем на страничку. Вот. Открываем. В первом пакетике мне попался вот такой баскетбольный мяч. А мне в первом пакетике попался... Кто ж попался? Такой вот... Забыла. Как называется? Футбольный мяч. Вот. А у меня теннисный мячик. Во втором пакетике. Так, его мы приклеим на циферку 3. Вот, и у меня второй пакетик. Или на циферку 6. Клей куда хочешь. Вот, и еще один мячик. А такой вот обычненький мячик. Зеленый. Ой. Все-таки, кажется, мы приклеили не на свои места. Ну, ладно. Так, отмечаем. Первый, второй, третий и шестой. И хватает только пятого. И последний пакетик, который у нас есть, это вот такая вот пупсик Катя. Давайте перейдем на страничку. Так. Пупсик Катя. Можно я его открою? Давай вместе откроем. Давай. Раз. Стойте, ребята, давайте мы откроем и вам покажем.
Ребята, вы не поверите, нам попалась вот такая вот миленькая куколка. Она просто прелестная. И зовут ее, как вы уже можете понять, Катя. И у нас еще был вкладыш, просто он немножко порвался. Вот, а так она там редкая и очень красивая. Там могло попасться разные пупсики. Вот такой вот у нас попался пупсик. Ребята, мы тут нашли один пакетик, который мы не раскрыли. И хотите знать, что там? Ничего! Мы думали, там что-то есть. Да нет. Думали, хотя бы коржик или что-то такое. Ну, или хотя бы свечка. Но тут вообще ничего. Полный ноль. Ребята, и вот наше видео подходит к концу. Но мы еще хотим показать вам наш альбомчик, каталог, что там есть. И с нами Катя. Первая страничка – это еда. Вкусная. Да. Вторая страничка – школа. Третья страничка – наш торт. Тортик. Четвертая страничка – собери свою комнату. Тут пицца. Тут спортивные мячи. Пупсик тут... Катя. Футболки. Цветы. И пока что больше мы еще ничего не нарисовали. Но скоро тут будет весь каталог и будет очень много сюрпризов. Да. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!